Блин, ремонт. А! Здравствуйте, друзья! Совсем со своим ремонтом забыл выложить видео с выставки Mitex 2022. И теперь я исправляю и выкладываю, что именно заинтересовало мастера выставки. А я пошел дальше работать. Всем приятного просмотра. Да-да, кстати, не забудьте подписаться и лайк, пожалуйста, поставьте. А в конце видео всех, особенно девольтаманов, ждет приятный сюрприз. До новых встреч, до свидания. Я пошел дальше. Здравствуйте, друзья. Ну, наконец-таки мы приехали на выставку. Mitex, он, Георгий, подсказывает. Так что посмотрим, да. Посмотрим, какой у нас инструмент представят. Все. Походу, будет выставка чисто китайского инструмента. Так что, как зайдем, расскажем свои впечатления потом. Вот на таком фоне, в тумане все классно. Так что поехали. Он получается малобородится, но у него это. Ну удар посильнее. Да. Блин, это бани для своего, ты знаешь, как там. Здесь. Ну и дом. Получается у нас. Берешь. Вот, вытащил. Надел. Как она у нас? Теперь у нас сабелька. Захотел. Вот. И у нас получается. Дай-ка. Надо смазать. Да, я просто это одеть. Не, это вчера он мне попкорнул. Смазывать. Ну, там в комплекте типа баночки с маслом вручную надо смазывать. Поэтому я и говорю, можно из этой чем-нибудь вот этим бачок залезть. Сюда снимать. Ну, переверни. Синенькая пошла. Получается вот так вот, как направляющая, наверное, сидит, да? Конечно, нет, но так прикольно. Надо поймать.
вибрация. Может быть. Это мультитрин. Это не насадка, это мультитрин. Вал получается, да? Ну, я понял, да. Полноценный инструмент. Да? Не, ну реально, вот я когда ж посмотрел, ну, это же движок 18, да? А, да, да. Поэтому он и тянет на руку. Это прямая лучше. Да, да. Хорошо. Реально. Вот по диаметру. Только здесь нет регулировки оборотов электронной, а здесь регулировка оборотов, Сусанна, если момент меняется. Он очистит, он не так. Ну, это не прям, как бы... Я совсем тонко отнял, и пролетал кобой. Этот фрезер не станочек будет. Должно. Ну, она, да, я понимаю, что нет, не так. Ну, они, на самом деле, вот и сетевые, вот такие вот подборки, они как бы совсем прям... Это не для того, чтобы... Это больше, да, это больше... Это же вот где-то паркет в уголочке, там чуть-чуть так, сетевом там называется. Самая большая проблема, говорят, вот эти ледушки. Почему нет? Они ходовые. Ну, я смотрю, вы вырезали. Ну, я не знаю, в общем, короче, это с комплектом. Ну, как говорится, вот он обещанный шпак Тверского. А то все хотят, а его все нет. Так вставлять надо, автомата нет. А, ну. Сразу затронет. Понял. Ну, типа это чтобы щелкнуть. Да, это ж шмаки, да, часто доставали. У него две позиции. Ну, да. Вот так и вот так. Да. Ну, я думаю, на втором этаже это. Да. Вот и пошел. А когда появится у вас? Да. А там отдельно обещали еще. Отдельно. Так что вот так. Скоро будем пользоваться, а то ни у кого с нас едет вообще. То есть это... Можно менять, если... Которую можно уронить, но мне пока не дают. Вот, интересно, такой прикольный. Вот так вот включается. Здесь переключение, все понятно. Эй, Вася. А это вот это, под каждую кнопку, наконец-таки. Да, да. Наконец-таки. А то одна кнопка тыкать, как-то, знаете, это... Внешний съемный аккумулятор тоже, наконец, как у серволайнера. Серёнь, покажи сюда, как он снимается?
Здесь у вас, кстати, вот какие-то кнопки еще, это что за функция? Блокировки, чтобы работать под наклоном, и работа с маятником. Я понял. С приемником. С приемником, да. А снимается у нас... Клавишу нажали. Ну. Я вас понял. И аккумулятор достаточно серьезный. Да, аккумулятор почти на десятку. Кто у них, допустим, у тех большой косяк с аккумуляторами, не часто они их видят. Неудобен. Люди жаловались, что им манометр неудобен, потому что под правую руку неудобно. Вот. Вот такую вот присосочку могу предложить в районе 5000 рублей. С автоподкачкой, да? Ну, с подкачкой большие. Но не автоматически. На ремонте. То есть я знаю, что привезли. Ну, на тот же шляп. Вот. Эта штука стоит 1200 рублей на Алиэкспрессе. Вот. Но по первым отзывам, который написал один из клиентов, который купил его в районе плиту, сказал, что больше я такого не куплю. Ну, это просто сейчас новые как бы идут новинки. Вот это, допустим, вот такого плана вот у меня есть. Он достаточно хороший. И он вот этот фиксатор, он очень держит, удобный, да. И получается не мешает ничего ему. Поэтому в этом плане вот у меня такая же модель, такой же кейс и все. То есть убегает, да, были? Вообще где первый раз?
новый какой-то X-Drive Pro серия. Весь в резине. Прям весь. С металлическим патроном. Патрон с капсулой механизмом. Да, я заметил, да. Блин, даже на болгарке практически все резина. Нет, вообще на самом деле в плане может свои прискорбы. А что у вас за Дели? Нечто? Адели, китайцы, здравствуйте. Китайцы или индийская? Нет, китайцы, китайцы же поперли, нас же кинули, то есть европейцы, нашего потребителя, да? Русского мужика. А теперь вот на рынок приходит китайская компания с собственным, своя, натуральная, не собственная торговая марка, а именно вот как есть. То есть мы не прячемся вот как вот. Итак, друзья, всем доброго здоровья. Я уже не работаю в инструментах, ну, к сожалению, вот так вот уже получается. Но так или иначе, я все равно продолжаю работать, связанную мою работу со строительными площадками. Собственно, я занимаюсь сейчас строительным аудитом. И, собственно, любовь к инструменту у меня никуда не исчезла. А, собственно, коллекция моих старых инструментов никуда не исчезла. Есть жгучее желание продолжать свою деятельность на Ютубе, которая была там начата. Ну, с одной стороны, она была начата как именно обзорная площадка для девопских инструментов. Но, с другой стороны, сейчас все будет немножечко переформатировано. Я, наверное, буду уже выпускать ролики ощутимо реже. Но между тем хотелось бы уже сфокусироваться немножечко на других аспектах. Ну, опять-таки, похвастаться своей коллекцией, рассказать о том, как инструмент развивался с точки зрения исторического аспекта. Ну и, соответственно, думаю, было бы интересно заняться еще и некой просветительской деятельностью. То есть, ну, немножечко поговорить, рассказать о том, что за характеристики в инструментах, откуда они взялись, зачем они нужны, на что они влияют. Ну и, собственно, разобраться, где маркетинг, а где не маркетинг. В общем, так или иначе, из этого направления выпадать мне не хочется, поэтому я думаю, еще увидимся. В общем, всем удачи. Сделаем в России, да? Где там 97%? Где мы забыли, как называется?